Thank you, fantastic. Все. What the fuck? Блин, я пока тут, короче, разобрался, что-то как-то много всего надо нажимать. Опять что ли лезть? Так, 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 так. А чё мне? Мне надо... А-а-а, блин, я перевернулся. Почти. Она пьяная в говно. Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и это GTA 5. Ну что, вы в комментах, короче, написали то, что было бы здорово увидеть... Ну, попробовать, короче, купить за кого-нибудь бизнес из героев. Вот, я так подумал, и можно будет попробовать за каждого героя купить бизнес. Вот. Так, переходим, короче, к Франклину, наверное, да? Да. Вот. Первым делом, короче, мы сгоняем с вами, да, посмотрим у Франклина, что есть искупить. Что есть искупить из бизнеса. Вот. Давай, мальчик, давай, давай. Окей. Так, он тут Чопа, короче, тренирует. Хорошо. Взяв Чопа на прогулку, Франклин может бросать ему мячик из селектора оружия. Нет, погоди, не надо. Погоди, что-то амуниция какая-то пришла. Чоп, нужно научиться тебе пользоваться сортиром. Смотри, сколько дерьма навалил. Как всегда, как всегда. Вот. Также вы писали, что было бы прикольно еще посмотреть... Так, это что такое? Понятно. Прикольно бы посмотреть там всякие, короче, вот эти мини-задания, типа гольф, там, теннис, вот. Можно будет как-нибудь в дальнейшем, да, попробовать, вот. И еще писали то, что в клуб оторваться. Но в клуб оторваться... Так, погоди, так к соседям пошел. Не надо, у меня свой дом есть. Оторваться в клубе, короче, но только можно отрываться, ну, двумя героями. Судя по комментариям. Вот. Так что, мальчик, беги домой. Так что, пишите в комментах, короче, кого бы вы хотели увидеть в отрыве. Майкла, Тревора, Франклина, кто там еще у нас есть? Сын, да. Этого Майкла. Вот. Короче, пишите в комментариях, и мы замутим тусовочку. Вот. Так, надо приодеться. Мы едем покупать бизнес. Надо приодеться как-нибудь. Утка и штаны. Так. А у меня нет никаких, да, у Франклина пиджачков там всяких. Ладно, давай поехали вот так. Почему бы нет? Ганста рэп. Ганста. Ганста рэп. Окей. Так, у нас, по-моему, наверху, да? Выход. Окей. Поедем на тачке, не на мотопедке. Так, давай посмотрим, что мы можем здесь купить. Вот это что такое? Это, собственно, питчерс какой-то. Короче. Питчерс. Это у нас что? Текила-ла-ла. Так, ну давай взглянем, что вот это такое. Для начала. Оно недалеко. Просто. Просто... Оп, погоди. Это дом продается, да? Ладно, допустим. Почему он на карте не отмечен? Интересно, я могу его купить, нет? Надо еще смотреть, короче, по... Этим. Блин, сори. Я думал, проскочу. Смотреть, короче, по деньгам, по финансам, на что у нас хватит. Так, ладно, вот мы приехали. Питчерс, да? Питчерс — это какой-то магазин, что ли, или что это? Все, я приехал. Да кто там? Кто матюкается? Вы матюкаетесь? Граждане,
Будьте спокойны. Этот объект стоит 750. У меня 154 тысячи всего. Окей. У меня не так уж и много баблосов. Так, давай-ка взглянем, что вот это у нас такое. Текила. 2 ляма стоимость. Нет, это что-то все дорого. Это все дорого. Гольф-клуб 150 лямов. Так, есть что-нибудь? 200. Не хватает. Есть что-нибудь такое, что, блин, это что? 204. Гараж. Непонятно. Так, это-то что такое? 275. Нет. Аэропорт, смотри, можно купить. Блин, а чё, я за Франклина не могу ничего купить, что ли? У меня денег не хватает ни на чего. Гараж-то я в любом случае не буду покупать, потому что... Ну нафиг, да? 80 тысяч, но... Это смотри, как далеко. Это очень далеко. 600 тысяч. Да. За Франклина у нас не получается. Не получается чего-нибудь купить. Вот. Так что... Так что давай поехали, короче, выполнять задание. Окей. Ну, не судьба. Попробуем купить потом за кого-нибудь другого. Посмотрим за Тревора. Сколько у Тревора там деньжат. Надо подзарабатывать, короче. Чего? Спрун? Ага, типа спрайт? Спрун. Прикольно. Так, ладно, мы приехали. Мы приехали. Что, куда-то сюда, что ли? А, это папарацци. Достал уже так делать, придурок. Ой, это ты. Ну как дела, кореш? Черт. Ага. Слушай, тебе что-нибудь интересное, что-то... А, да, Тревор Филлипс. Ну, вряд ли тебе нужны фотографии. Мужской туалет? Не-не-не-не. О, черт! Тебе непременно нужно это слушать, это просто зашибись. Твою мать. Дерьмо, было больно. Ты не поверишь. У меня будет свое реалити-шоу. Честное слово. Я стану знаменитостью, настоящей суперзвездой. Врубаешься в шоу про мою невероятно гламурную жизнь? Хорошо. О, да! Круто! Черт. Только знаешь, сотрудник, который будет делать для меня фотографии... Не, слушай, такая затея не по мне. Да ладно тебе, чувак, че ломаешься? В общем, смотри, просто если сможешь. То есть, мне не срочно, лады? Да, я вот что сделаю. Отправлю тебе список имен и пару ссылок. Сможешь посмотреть, кто это? Ладно? Да, ну да, чувак. Отлично, да. Эй, знаешь еще что? Мне совсем не... Че, меня совсем не испортил? Да, я боялся, что ты это скажешь. А, все в норме, все путем, я в порядке. Че, все хорошо? Так. Снова надо будет ездить, что ли, по городу, короче, искать всяких... Всяких? Ай-яй-яй-яй, чувак, давай иди. Уходи. Так, он, короче, должен мне сейчас позвонить. Прислать на мобилу, короче, ссылки. Я так понял, да? Ссылочки всякие. Так, а это что? А, Текила Лала. Она 2 ляма стоит, да? Я не смогу ее купить. Ну да, 2 ляма. Хреновенько, хреновенько. Маловато баблосов.
Так, ладно, что-то я вообще не отвечаю, что-то, блин, задание какое-то, не задание. Б, Ф. О, смотри, можно к Франклину съездить домой. Поехали съездим. Может там что там? Опа, стопэ. Давай, уходи, уходи, уходи. Может, тетушка там что-то мутит, короче. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Не хочу бить машину, уже хватит. Уже хватит бить свои машины. Все, теперь хватит. Слишком дорого ремонты обходятся у машин. Целых по... Блин. По целых 100 баксов, блин. Да-да-да. Так. Блин, смотри, какой монстр-кар. Прикольный. Да? О! Прислали сообщение. Братан, так, на карте отмечены места, где можно фотографировать знаменитости. Окей. Да в смысле? О. Так. Братан, если инфа о местонахождении некоторых звездочек, можно сделать классные фотки. Написал, куда ехать, позвони, как доберешься. Так, допустим, окей. Несколько фоточек. Угу. Два места, да, получается? Больше здесь ничего нет. Так, окей. Ну давай, раз начали, короче, давай сюда. К Франклину потом домой съездим. Так, правильно поехал? Правильно. По низу. Вроде как. Ай! Блин, ух уж эти текстуры, ух уж эти текстуры. Задрали. Слишком. Я не перестану, короче, материться на эти текстуры, потому что, ну, это... Вот это вот что это? Что это сейчас было? Я бы не удивился, что если бы, короче, врезался в нее. В эту текстуру. А машина что-то какая-то как сосиска, вся кривая. Опять колесо, наверное, отвалится. Так, окей. Приехали. Йо, чувак, как братан, с Китаку тему, ты знаешь принцессу Георгину, это напыщенная... Да нет, вообще-то, она не часто заглядывает в Чемберлен Хиллз. В общем, говорят, что она не прочь выкурить косячок за королеву и отечество. И как раз сейчас она отваривается дурью. Я хочу, чтобы ты встретился с моим агентом возле гипермаркета и постарайся не выдать его, лады? Ну ладно, чувак, все ясно, я тебе позвоню. Разрешите знакомого Беверли, окей. Знакомый Беверли, вы где? Знакомый Беверли, вы где? Вот он. Он же, да, стоит? Эй, ты парень Беверли? Ну, по всей видимости, да. Они с той стороны, много охраны. На твоем месте я бы снимал с крыши. Окей, мне пора. Этого разговора не было. Ясно, чувак, я все понял. А, я думал, я с ним буду, короче. Так, от... С крыши, он говорит, да? Как-то на крышу залезть. Так, я понял. У меня есть упрямый ковбой, безумная страсть, полный палач, бесконечная паника, все, что пожелаете. Чудесно, я беру все. Ладно. Я же на каникулах, намечается
Правда, парочка фотосессий с сиротами и коллегами, но с этим я даже в коме справлюсь. Так, а чё, я туда не могу залезть? В смысле? А чё, он подпрыгнуть не может и залезть, что ли? О! Так, сфоткать на телефон, да, получается, наверное, фоткать надо. Так, погоди. А где она? А, вон. Так. Inbreeding to get recessed chin, buck teeth, and snout like nose like mine. I mean, I'm a rare breed. I should be like cherished and stuff. Okay. Так, мне главное не упасть. Oh, well, one of you apes, please pay this poor man. Really, the Secret Service has gone down the pan. Thank you, fantastic. I really enjoy meeting you on the bus. I'm so relatable in that way. Все. What the fuck? Возможно, сделка с снимок утрачена. Блин, я пока тут, короче, разобрался, что-то как-то много всего надо нажимать. Опять, что ли, лезть? Ну, ё-моё. Давай, давай, залазь. Во, хорошо. Чудесно, я беру все. Окей. Так, ладно. Ай-яй-яй, главное, не упади. Так. Шлёпс. Хорошо, так, отправить фото. Беверли. Всё? Шикарно, просто отпад. А теперь линей оттуда. Всё, окей. Окей. Окей, так. Куда там дальше? Еще где-то, да? А, блин, ночь. Ёкала мэнэ. Или мне надо... А, линять отсюда. Еще типа задание не выполнено, наверное, да? Или выполнено? Ну, я слинял. А, во. Невероятно, чувак, это снимок чистое золото. Это круче, чем глобальное потепление. Представьте заголовок на траве королевского двора. Я же разбогатею. Ты хочешь сказать мы? Да, да, ми каса, ту каса. Ну, я тебе еще наберу. Сейчас я должен отправить это в печать. Допустим, ладно. Так. Это мы выполнили. Теперь можно ехать сюда. Сюда. Поработаем сегодня по папарацци. Поработаем по папарацци. Видали как надо? Видали как надо? Ну а бизнес уже посмотрим за Тревора, вот. Думаю, когда дойдет очередь до Майкла, короче, мы с вами сходим, может быть, в теннис поиграем, либо в гольф. Я думаю, в теннис, наверное. Я хочу в теннис посмотреть, что это такое. Вот. Ну и к этому времени вы, я думаю, напишите в комментариях, что кого бы вы хотели увидеть на тусе. Вот, и мы тоже уже затусим. Чисто, может, посвятим чисто ролик, короче, тусовке. Так, я приехал. Эй, йоу, чувак, как? Наша старая знакомая Поппи Митчелл только что пронесла нам огромной скоростью, преследуя ее. Прямо сейчас, чувак, она наверняка под кайфом. Езжай за ним, попробуй снять ее в момент задержания. Опа, 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 па. Опа, 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 па. Поехали. Поехали. Рамсы. Рамсы, рамсы. Рамсы с полицаями против суперзвезды. Звезды. Смотри, еще на вертолетах. У-у-у.
будет круто. Я не должен это пропустить. Думаю, это она. Крутяк. Да блин, куда ты, ну? Ты-то куда поворачиваешь, ублюдок? Все, поехали. Я сейчас ее упущу из виду, блин. Да чего они любят, короче, гоняться вот по этим вот узким. Да пипец тут движуха. По этим узким, короче, дорогам, блин. Ой, что взорвалось-то? Там что-то рвануло. Так, ладно. Нифига там. Ты видал, что-то там крутится, вертится. Тачка полицейская. Оу, я сам так же чуть не улетел. Сам так же чуть не улетел. Так. А чё мне? Мне надо... А, блин, я перевернулся. Почти. А чё мне надо? Мне надо, короче... Тупо за её преследовать, короче, ничего не делать. Просто её из виду не потерять, или чё? Наверное, скорее всего, да. До определенного момента надо, короче, доехать. Наверное, да. До определенного момента я должен, короче, за ней гнаться. А потом сфоткать чисто задержание. Блин, столбы мне тут под колеса кидают. Сверните на обочину. Повторяю, сверните немедленно. Но это не мне. Воу. Выйти из машины. Не может быть, этого не может быть. Очень даже может отойти от машины. Но я же знаменитость. Со мной так просто не может произойти. Она что, пьяная в говно? Она пьяная в говно. Ну-ка. Смотри. А, да, супер, слушай там что-то, да. Все хорошо. Как раз фоточка, прям фоточка, да, как на ручках. Отлично, теперь сваливаю, пока не поймали. А меня-то за что ловить? Я просто пьяный в говнище. Пьяная в говнище. Так, осталось два задания, да? Два задания. Опа, Беверли звонит. Вот это фото. Что тебе сказать? Высший класс журналистики. Наше маленькое секс-видео довело Поппи Шоппи до настоящего нервного срыва. Чувак, как самочувствие, побывав на передовой? Да, это тебе не война в Ираке. И знаешь что, может было бы повеселее, если бы мне платили. Всему свое время. Правда важнее. Я свяжусь с тобой. Блин, этот Беверли по-любому какой-то... Какой-то кидалово. А, у меня машина, смотри, колесо. Просто колесо не едет. Кое-как крутится. Жесть. Ладно. Ладно. Окей, друзья, на этом закончу. Вот. На этом буду заканчивать. Не забываем там, да. То, что я говорил ранее, короче. Про то, кого вы хотите увидеть, короче, в клубе на тусовке. Вот, пишите в комментах. Ну, либо там в группе ВКонтакте. Вот, под видосом. Когда он выйдет. Да. Все, всем, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм. С вами был Валерий, всем пока.